Данное видео не рекомендуется лицам младше 16 лет. Эй, привет, дружище, ты на канале У Кожаного, и сегодня мы будем продолжать проходить невероятно крутую игру про кота. Вот, про его путешествие в мире будущего без людей, где все люди вымерли, все живые существа вымерли, и откуда-то все же выжили коты. Вот. И это, я так понимаю, они не единственные, конечно, живые существа. Есть еще какие-то огромные клещи под названием зурки, вот, которые хавают все, даже железо и этих же роботов. Вот. И сейчас мы подчинили трекер и принесли его какому-то роботу, какому-то чуваку. Не знаю. Вот, что сейчас делать? Сейчас посмотрим. Шеймуса, ага. Нужно сейчас найти Шеймуса. Он только что ушел. Ага, вон он. Вот, Шеймус идет по трекеру. Это я уже переводил. То есть сейчас нам нужно идти за вот этим вот прекрасным больным роботом. Вот, как вы видите, кто вообще не смотрел предыдущие части. Роботы как люди. Они же перебирают к себе, перенимают привычки людей. То есть они смотрят, например, за деревьями, за кустами, цветами, подливают их. Хотя при этом люди до этого придумали, как выращивать растения без света. То есть вот этот город, он на самом деле, вот это все не звезды, это все железный купол. Так, ну что? Роботам вход воспрещен. Сейчас он по-любасу попросит нас идти. Ну вот, он действительно ушел из трущоб. Ну, а то это непонятно. Там опасно, но я должен быть уверен. Мне нужно знать. Вперед. Ну, вперед. Давай. Пойдем. Мы выходим из трущоб, как я понимаю. Или же мы отправляемся в трущобы, потому что это трущобы, глава 2. Ага, вон зурки. То есть, смотрите, как он боится. Сейчас еще закроет дверь сзади. Как предатель. Так, ну и что? Ну и понятное дело, сейчас бедный котик будет убегать от зурков. Да? Сейчас помяукаю. Надо пошуметь, чтобы зурки услышали и схавали его. Смотрите, как он боится. Только посмотри на все эти яйца зурка. Они же нас сожрут. Нет, я не могу. Я не такой быстрый, как ты. Зурки меня точно догонят. Возьми этот значок. Папа его узнает, он поймет, что ты друг. Вот это значок, конечно, это жесть. Я открою тебе дверь. Хорошо. Тебе что-то дать? Нет. Давай, открывай. То есть он сейчас откроет дверь. Ну и я, понятное дело, иду один. Класс. Ну окей, погнали. Пойдем путешествовать. Надо тихонечко. Чтоб зурки не услышали. Сейчас вот сюда залезем, посмотрим, что здесь у нас. А, вот у нас фрагмент памяти. Нужно все узнать. А то же интересно, что случилось с этими людьми. Смотри, какая огромная стена. Я помню, это был символ, отделяющий жителей трущоб от жителей Мидтауна. Это и тот факт, что они продолжали бросать сюда свой мусор. Это ужасно. Может быть, именно поэтому у них ничего не получилось. Угу. То есть вот еще одна зацепка. Почему в этом мире погибли все люди? Потому что они взяли и засрали свою планету. А вот эти вот все растения, видимо, выросли после того, как они все исчезли. Так, тупик. Понятно. Печаль. Ё-моё!
Как от них уклоняться? Бежим. Ох, черт. Ох, я думал, жопа мне. Так, я смог. Так. Хорошо. Сейчас нужно добраться. Угу. Все, я понял. Ну, очень интересненькая игра. Ну, действительно. Так, и как? Куда? Ага, вот так вот. Надо же не упасть в это дерьмище. Разбился. Ничего, еще есть 7 жизней, я помню. Так, и в порядке, ничего себе падение. Нормально. Док должен быть где-то рядом, осталось совсем немного. Пойдем про... О, понятненько. Ну вот, залезал. Ну, все. Залезал раны, как кот. Все правильно. Так, а здесь есть какие-то фрагменты памяти? Давайте сейчас посмотрим. Ничего здесь нет. Здесь только убитые велосипеды. Да. Сейчас нам нужно наверх, я думаю, подняться. А здесь злые роботы, как я понимаю. Так, ну давайте вот здесь. О, вот сюда вот можно сходить. О, какая-то секретная локация. Запомнить. Это случайно не его папа? Ученый, на который я раньше работал, всегда говорил, что после выхода на пенсию хочет жить в маленьком загородном доме и рыбачить целыми днями. Конечно, в городе это было невозможно, это никому не удавалось в течение как минимум 100 лет. Что если, когда мы доберемся до аутсайда, то найдем... Так, секунду. Найдем себе маленький дом с удочкой. Ну, прикольненько. Это то, чего так хотел ученый. Но сначала мы должны найти Дока. Хорошо. Ох, что это здесь можно поделать? Можно полежать. Ладно, это не на превьюху. Надо будет на превьюху что-то поинтереснее придумать. Я потянулся так. Так. Ну, вон он, смотрите, такой home sweet home и все. Я... Интересно, а по удочке можно пройтись? Он рыбы не наловил, вон зурки там тусуются, вон, смотрите. Разговаривают друг с другом. Так, ну здесь полюбасу будут сейчас зурки. Вон они там наверху. Так, куда здесь надо сейчас найти? Почему виснет? Так, аккуратненько.
Смотрите-ка. Откуда там такой свет? Чего ты мяукаешь тихонечко? Не шуми. Вот тут биткоины продавали. Так. Там какой-то звук был. По-моему, нас услышал. О, вот стенка. Сюда можно войти. Так. Ага, здесь кто-то живет. Вот смотрите, он выращивает таких зверьков. Они хотят нас съесть. Ну, понятное дело. Наверное, здесь кто-нибудь живет и что-то делает. Куда идут эти провода? Ну, давайте сейчас посмотрим внизу. Я думаю, что нужно проверить. О, вот, смотрите-ка, кто-то спит. Эй, о, это Док. Погоди, ты не Зур, кто ты? На тебе мой значок. Откуда он у тебя? Тебя послал мой сын? О, Шеймус, мой умный мальчик. Я здесь уже целую вечность. Пришел сюда, чтобы протестировать дефлюксор, но все пошло не по плану. Как я хочу вернуться домой. Я очень скучаю по сыну. Если хочешь, можешь осмотреть дом. Но я понятия не имею, как выбраться из этого места. Ну, ты, конечно, мне помог. Ты такой же полезный, как и Шеймус. Батя и сын. Капец. Я видел людей в таких костюмах. Они были маленькими, постоянно бегали вокруг и шумели. О да, теперь я вспомнил, это были дети. С ними улицы казались гораздо более оживленными. Несмотря на трудности, которые они приносили, взрослые, казалось, их очень любили. Док говорит, что скучает по Шеймусу. Это то же самое? Ну да, он говорит, что Шеймус — это его ребенок, хотя он просто робот долбанный. Так, ну что, надо попереворачивать книжки обязательно. Подрубить какую-то музычку крутую. Сейчас покажем идиоту, что что-то нужно... О, вот. Эй, осторожней здесь, в прикольном заряде он взрывает зурков, как конфетти. Для работы этой крошки требуется 1,21 гигаватт электричества. Единственный источник энергии, способный ее создать, это генератор за домом. Проблема в том, что он не запускается, наверное, перегорел предохранитель. А учитывая, что все вокруг кишит зурками, выйти наружу, чтобы его починить, для меня слишком опасно. О, где-то я это уже слышал. Я не такой быстрый, как ты. Если доберешься, заменишь предохранитель, я смогу перезарядить дефлюксор. Иди за мной, я покажу, что делать. Ну, спасибо, конечно. Спасибо тебе, мистер робот. Ты мне нравишься. Прям капец как. То есть, ну, сами посмотрите. Роботы живут как люди. В домах. Вот, держи предохранитель, он совершенно новый. Окей. Генератор включается громко, так что жди зурков. Только починить генератор, смог зарядить и запустить дефлюксор. Следуй за этим кабелем, замени предохранитель и возвращайся. Удачи. Хорошо, то есть нужно будет идти за этим кабелем. Окей. И потом обратно. Так, ну что, пойдем. Так, вот кабель. Ага, я понял. Ага, все, я понял, погнали. Сейчас будем бегать. Использовать предмет. Ага, выберите предмет. Так, ну что?
Так, громко, и сейчас будут бежать со всех сторон. Блин, я хотел выпить этот энергетик. Хотел выпить этот энергетик, чтобы получить скорость X2, а он, блин, не работает. Он только для роботов, походу. Капец. Ну ладно. Вот и моя первая смерть. Нет. Куда? Ага, бой. Чего ты радуешься? Отлично, ты включил генератор. Видел, какая мощная штука этот дефлюксор. Он точно поможет нам выбраться отсюда. Погоди, возможно, я смогу установить дефлюксор на твой дрон. О, хоть что-то хорошее ты хоть сделаешь сейчас. Хоть что-то умное. Окей. Так, дефлюктор установлен. Он не предназначен для работы от такого маленького источника питания. Если использовать его слишком часто, он может сломаться. Только помни, это не игрушка. А теперь пошли в поселок. Я возвращаюсь домой к сыну. Ну, понятное дело, что в лучших традициях жанра этот парень погибнет. А как мне его включить? Этот парень погибнет первым. Теперь у нас есть дефлюксор. Как его включить? Как им использовать? Окей. Так, он же сейчас должен как-то это вот сказать, чтобы мы могли пройти. Уничтожьте их зубы. Удерживайте, чтобы использовать дефлюксор. Отлично работает, но, как я и подозревал, он может перегреться. Если это произойдет, дай ему немного остыть. Надеюсь, этого хватит, чтобы добраться до поселка. Окей, пошли. Пойдем. Тихо, не шуми! Ага, сейчас бочку нужно будет. Я думаю, покатить по любасу бочку туда вперед. Сейчас от этих избавимся. Так, переключатель не работает, похоже, электрика. Ну как же еще по-другому? Хорошо. Поговорим. Нужно найти способ открыть эту дверь. Ладно. Сейчас кот тебе поможет. Все будет супер. Ага. А, не. Наверное, вот сюда. Вот так вот. Блин. Сейчас. Этот парень здесь постоит, а вот это вот нужно подтянуть туда. Или нет? Или туда? А, вот сюда. Все. Сейчас залезем. Оп. Крадемся. Так. Рай наркоманов.
Но это слишком громко. Тихо. Бежим. Все, все зурки уничтожены. Ой! Бежим! Да ё-моё, быстрее! Кот, живи! Все. Yes. Фух, пронесло. Пошли домой. Пошли. Почему игра виснет? Не могу догнать. Когда эти зурки, видимо, бегут, почему-то виснет. Но это мне надо винду переустановить, ребята. Сорян, извините. Я ее не могу нигде найти. Я просто не в Украине сейчас нахожусь. Так. А здесь в основном вида только платная. Ну ничего страшного. Так, ну что, пойдем дальше, посмотрим. Вон, смотрите, какая прикольная мусорка. Он так крадется, именно реально. Какашно так. Слушай, я так быстро вообще к тебе пришел, а ты это вот... Челик бесишь. А, во! Они вообще охеревшие. Токи? А, это его сын. Это же его сын, Шеймус. Боже, это так мило. Не обнялись. Так, ну и что, сейчас они обсуждают, как можно сбежать, как можно выбраться из трущоб, правильно? Вот наш хранитель с палкой, убийца зурков. Спасибо, что спас Дока, маленький друг. Приятно видеть, что Шеймус больше не одинок. Да пожалуйста, теперь мы знаем, что можем дать отпор зуркам. Мома ждет тебя у канализации, спасибо. Вот и Шеймус выглядит счастливым. Кажется, мы с тобой сделали хорошее дело. Понятное дело, ты что, кто сомневался? Так, что тут это? Пойдем еще отдадим песню. Думаешь, можешь еще принести? Завтра будет завтра, давайте. Музончик, подрубай. Здорово, Момо ждет тебя на своей лодке. Ты можешь отправиться к нему, но сделал ли ты все, что хотел? Потому что я закрою за тобой дверь, не хочу, чтобы зурки проникли внутрь. Не, ну я хочу, вообще-то, я хочу энергетический напиток на что-то поменять. Бутылку, ну не знаю, засунуть морду в пакетик. Поиграть с мячиком. О, это кто-то новенький. Нам повезло, что у нас есть предметы, которые помогают защититься от зурка. В трущобы таят себе немало угроз. Подготовка самая важная. Хорошо. Так. Это я купил. Вот здесь вот что-то. Три энергетики. Снова здравствуй, чего ты хочешь в этот раз? Древняя реликвия, свидетельство наших талантов. Это будет стоить 3 банки энергетика. И у меня, понятное дело, не хватает энергетику, потому что я их отдал на какие-то голимые ноты. Ну и где больше взять энергетики, я пока что не знаю. Так, ну чё, давай я тебе еще отдам ноты. Баллада об одиноком роботе. Давайте послушаем еще чуть-чуть.
моя одинокая, таящая угрозы. Пакетик на голову одетый, попутешествуем. Давай снимай. Все, молодец. Так, ладненько, погнали дальше. Так, где-то здесь у нас нас ждет Момо. Ага, понятно. Вон он. Хорошо. Так, нужно посмотреть, что здесь можно еще разведать. Может быть, что-нибудь найду. Интересненькое, правильно? Да. Какие-нибудь воспоминания. Угу, вон там есть. Приветики, не могу поверить. Док, ты его нашел и заполучил дефлюксор. С Балтазар, теперь мы сможем отыскать и его. Вперед. Давай, погнали. Ну, мне понравилось вот этот момент, где кот в такой каталажке типа ехал и потом разбился. Вообще, капец. Такой летит. И у него так спина выгнулась в воздухе. Ну, реально, люди, делающие эту игру, они очень много знают о котах. То есть, вообще, эту игру, на самом деле, делала маленькая компания, по-моему, во Франции. Вот, состоящая там из нескольких человек и преимущественно котов. Вот. То есть, они изучали этих котов, вот, максимально. Такое жуткое место. Да ладно. Изучали этих котов максимально, вот именно по максимуму, так сказать, чтобы вот сделать эту игру, потому что здесь учтено практически все. Ну вот, действительно. Да что ты там рассказываешь, я ничего не понимаю. В этой игре учтено вот про котов практически все. То, что они, ну, трутся где-то, когти свои точат. Вот, не обращайте внимания, я просто немножко уставший. Вот. То, как вообще кот сам себя ведет. Пакет на голову, мячик. Сами вот эти... А самое главное, это вот эти вот все движения. То есть, ну, это вообще невероятно все круто продумано. Так, и чё? Ага, нужно открыть. Вот там огромные яйца зурков. Окей. Это что? А, я подумал, что это бабочка лежит. Это пакет с-под мусора. Так, эта дверь закрыта. Здесь у нас зурки сейчас вылупятся. Вон там выключатель, я вижу отсюда. Сейчас мы их сразу же всех сожжем. Я думаю, что нужно как-нибудь туда, может быть, добраться по-другому. Так, чтобы задеть поменьше. Воу! Бля. Ты не мог быстрее приплыть, капец. Чуть не съели. А как он зализывает? Чё он не зализывает раны, кстати? Его только что покусали жутко. Так, вон еще какая-то это. Туда вот можно прыгнуть, если что. Но сейчас мы плывем по какой-то канализации. Я так понимаю, это какая-то канализация с отходами. Вот, куда люди смывали все, ну, все... все свои отходы, все дерьмо. То есть, в принципе, ничего не меняется. То же самое, что и сейчас люди смывают в канализацию все говно, а потом оно все плывет в эти все речки, например, и жители поселков там, ну, там, купаются во всяких водоемах, а потом у них вырастает третья рука из жопы. Вот. Или же болеют какими-то там... Ладно, не будем.
Это. Вот, но факт остается фактом, то что в океане вообще плавает целый остров из мусора. Представьте себе, остров мусора. Вот насколько планета вообще вся в говне. Так, ну что сейчас будем делать? Сейчас опять что-то делать будем. Вон, я вижу, нужно что-то нажать, чтобы робот нажал, и, понятное дело, зурки придут и меня попробуют захавать. Маленького котика. Капец, маленький котик спасает целый поселок роботов. А, ну да, они же роботы. Они, в принципе, не такие уж и умные. Это же не люди, верно? Но хотя они создали вот этот вот... Вот этот дефлюксор, или как там его... Вся эта старая техника вышла из строя. Думаю, открыть можно только вручную. Спасибо. Старая техника. На себя посмотри, блин, бабка в халате. Говорит, вручную надо открыть. Ну давай. Ничего себе он сильный. Понятно, не сильный он ни хера. Так, хорошо. Сейчас надо придумать, что делать. Быстрее, ух, прыгай под дверь, долго я не продержусь. Под какую дверь? Ты что, дурак? Я не могу и не перестану искать выход. Хорошо, Бальтазар Клементина, когда найдешь их, расскажи им, каким храбрым я был. Ты был стеклом. Оу. Так, ну здесь у нас, блин, как какой-то хоррор в натуре. Жесть. Здесь вот в натуре как будто какой-то хоррор. Пойдем там посмотрим, что а, туда нельзя ходить. Хорошо. Так, здесь робот без башки. Повсюду, видите, яйца эти. Зурки оттуда вылупляются. Так. Надо сбросить пару банок. Я могу это сейчас сделать? Нет, не могу. Ну и ладно. В основном вся игра вообще строится вокруг путешествия. И вообще сам стрей, само слово, оно переводится как бродить, то есть бродяга. Кот-бродяга. Папкин-бродяга, мамкин-симпатяга. Так, на такой трубе я уже один раз упал, именно поэтому я здесь. Ого, сейчас будут зурки. Сейчас будут зурки. Мне надо догнать, куда мне прыгать, если что. Так, ну мне направо. Да, ну здесь яиц, конечно, жесть сколько. Так, надо аккуратненько по центру вот так вот пройти, чтобы ни одной из них не зацепить. Правильно? Правильно. А дверь у нас закрыта, класс. Так и что? Куда мне нужно идти? О-о-о-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо. Ага. Пока оно будет открываться, мне нужно будет от этого всего здесь, я так понимаю, убегать. Куда мне убегать от этого всего? Бежим! Thank you.
что за глаза? Бежим, 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 бежим. Бежим мы от Зурка. Воу, мир наркоманов. Добрый день. Ага, что, сюда не достанете? Канализационный код, это вам не домашний. Так, ну тут сейчас нужно как-нибудь вот так вот аккуратненько. Смотрите, какое оно все красное, какое-то, блин, все в говне. Жесть, ну это вообще какой-то хоррор. Это вот, то есть оно вот так... А, это глаза, которые открываются и потом палят за тобой. То, что мы там видели, когда только что я бежал. А у нас кот. Такой тихий. Так. Открыть дверной замок. Окей. Опа, они меня запалили. Так что, открывается замок? Походу нет. Надо туда добраться. Сейчас посмотрим, как туда добраться лучше всего. Быстрее надо добираться туда. Как? Блин. Так. Наверное, нужно все заново там, типа, оббегать. То есть я зашел по левой стороне, там был, по-моему, там был мостик, где можно оббежать все по правой стороне. Ничего страшного, сейчас мы все оббежим. Так, хорошо. Значит... Давайте, я думаю, что мы пойдем тихонечко на ту сторону сначала. Вот, и разведуем всю эту обстановочку. Как лучше туда добраться? Так, окей. Ага, сюда не пройдешь. Вот, вот здесь вот у нас переход. Хорошо. Так, а здесь можно вот так вот? Можно. А назад? И назад можно. Хорошо, все, теперь я знаю, как бежать. О, можно даже вот по той трубе. Можно даже по той трубе пойти. Отлично. Так, один замочек я открыл. А он туда не перепрыгнет? Нет. Ну, это печально, господа. Так, ладно, побежали. Ох, их много.
Ну это я как-то бегу по дебильному, наверное. Тупо зурки съедают. Капец. Так, ладно, ладно, ладно. Открываем дверной замок. Так, а если я сейчас перепрыгну, вот этих сожгу, и побегу вот так напрямую. Так, вон там вот пачечка. По чуть-чуть, наверное. По чуть-чуть, я думаю, что мы пройдем. Сейчас вот эту пачечку сожжем. Вот это вот на превьюху, блин, надо бы сфоткать. Вот эти глаза. Так, сейчас пойдем. По-умному будем делать. Тактика, тактика, господа. Как пройти зурков? Скрин. Тихо, 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 чуть не съел. Капец. Так, на той стороне мы избавились, да, от зурков, по-моему. Ну, почти. Сейчас вот так вот по чуть-чуть будем идти их и сжечь. Сейчас вот здесь появится, я так думаю. Тихо, 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 тихо. Вон бегут, бегут, бегут. Что-то их там очень много. Хорош. Эти готовы. Надо, главное, не спешить. Главное, не спешить. А сейчас можно. Ха-ха! Блин, это ж надо было сдохнуть пару раз. Ох, супер большие глаза. Смотрите, как палят. Хоррор, блин. Отвечаю, это тупо, це просто мерзость вообще. Так, и чё сейчас? Сейчас появится супер зурк? А чё ему не интересны эти глаза? Откуда эти глаза вообще?
Смотрите, супер большой глаз. Опа, опа. Помогай, помогай. Ну ты что, ты что? Ну помоги своему дружбану. Перегорел. Он перегорел. Пора бежать. Бежим, 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 бежим. По центру, я думаю, сейчас нужно бежать. О-о-о! Рай наркоманов. Побежали, бежим, бежим. Ох-ох-ох-ох-ох, вас много. Ой, хорошо, что я побежал сюда. От них вот так вот нужно уклоняться, я понял. Вот они прыгают и под них, типа. Давай, 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 давай. Ебой. Ставим лайки, подписываемся на канал. Так, ну чё, наш крохотный дружок B12, надо его побить лапкой. О, живой, живой. Перегрелся просто. Было темно, я был один. Было ощущение, что я снова в сети. Но ты спас меня. Спасибо тебе, друг. Расход такого количества энергии был тяжелым испытанием для моего ядра. Теперь дефлюксор полностью уничтожен. Мы должны быть осторожны. Спасибо. Так, давай взламывай. Хорошо. Пойдем, пойдем, пойдем. Кайф. Боже, эта игра такие эмоции вызывает. Ну, вот на самом деле. Вот советую вам в нее когда хотя бы один раз вот поиграть, пройти. Просто вот только положительные эмоции, вот, на самом деле. Так, это я так понимаю. Баладин, путешественник с Кинаем. Мы давно не видели никого из вас. Это ты связался с нами ранее, маленький аутсайдер? Аутсайдер с Балтазар ждет тебя. Он медитирует на вершине поселка. Ага, погнали. То есть мы нашли. Робовейник. Это как муравейник, только робовейник. Жестяк. Так, ну и что? Сейчас робот будет вспоминать о своей жизни. Это машина. Ученый, которому я помогал, использовал одну из них. А что, это ракета? Он был болен. Это была его последняя надежда. Он вошел в машину. Это ракета, да? Но меня с ним не было. Он был один. Что он делал? Он загрузил себя в компьютер, и потом все стало по-другому. Но при загрузке что-то пошло не так. Он застрял на сотни лет. Пока не появился маленький кот. Я же говорил, это он. Это он и есть этот ученый, просто потерявший память. Это был я. Это я был тем ученым. Я был человеком. Дай мне минутку. Что ты будешь делать? Дай мне минутку. Приветики. Кто ты? Прости, я... Дай мне минутку, мне сейчас не до разговоров. В смысле не до разговоров? Так, вы кто-то, кто-то здесь медитирует. О-о-о, тихо. Золотой шанс. Катастрофа. Так, ладно, нам наверх. Что, попробуем на дерево взобраться, да? Пойдем посмотрим. Сядь, фиолетовое растение. А, сейчас ним нельзя, нельзя, я понял. Но зато я уже знаю, где у нас фиолетовое растение.
Так, что у нас здесь? Здесь тоже типок какой-то. Вон другой, это какой-то как будто, ну, робоулей, капец. Робовейник. Так, и что? Что ты мне расскажешь? Что еще я забыл? У меня же должны быть родители, друзья. Что с ними случилось? Чувак, ты сказал, что все люди умерли давным-давно. Я хотел открыть город, но остался ли хоть кто-то, кого можно спасти? Да нет, ну что ты не видишь? Здесь одни роботы, дружище. Так, и чё? А. По вертикальной лестнице... А, вот, он медитирует. С Балтазар. Что это? Чё ты сказал? Эй, разве ты не знаешь, что сеанс трансцендентальной медитации прерывать нельзя? О, это ты! Ты был с Момо, когда мы получили тот звонок ранее. Рад наконец-то познакомиться с тобой, маленький аутсайдер. Ты знаешь Момо и Дока? Так что ты уже знаком с нами, аутсайдерами. Я скучаю по ним. Память о них приносит мне умиротворение. Момо остался в трущобах. Я слышал, ты помог найти Дока, Клементина. Она сейчас в Мидтауне. Если ты все еще хочешь увидеть аутсайд, отвезти... Именно она может тебя туда отвезти. Ведь у нее был план, как выбраться из города. Вот, возьми. Я написал ее адрес на обороте фотографии. Нужно подняться сами вверх нашего маленького псовдика. Если у тебя получится добраться до аутсайда, ты станешь первооткрывателем. Я бы пожелал тебе удачи, но она тебе не нужна. Я верю в тебя. Вот и с Бальтазар, конечно, красавчик. Сорян, я человек, возможно, последний в мире. Смотри, что от меня осталось. Я так много всего вспомнил, но как много я забыл. Ты забыл еще 56%. Вдруг мы, если найдем, сможем восстановить мои воспоминания. Хорошо. Мы можем вернуться вниз, расспросить. Хорошо. Нужно будет пойти в Мидтаун. Как добраться до Мидтауна? Ну, типа, надо просто залезть наверх. Это же просто. Но я хочу вот тот цветок сорвать. Я хочу для начала сорвать тот цветок на дереве. Где он? Привет. Представь, если бы их энергию мы бы были в колесе. Такие возможности пропадают. Чел решил придумать вечный двигатель на зурках. А, вот часть его воспоминаний. Этот язык роботе-компаньоне создали его с нуля. Удивительно. Я помню, как это происходило, когда я был в сети. Не знаю, когда именно, но в какой-то момент все общение стало переводиться на эти символы. Я застрял в компьютере и долгое время был совсем один. Поэтому я переводил каждый символ, каждое слово одно за другим, пока не смог все понять. Теперь, когда я на свободе, я знаю их язык, я бы сразу послушал, что они хотят сказать. Что они хотят сказать? Они хотят сказать, что они роботы, мы едины, вся херня. О! Тихо. Так, мне. Я хочу дерево. На дерево. Так, отсюда я пришел. А где дерево? А, вон оно, вон оно. О, о, любимая, любимая тема. Котов. Сорвал. Фиолетовое растение, хорошо. Это, наверное, какой-то роботше девочке нужно фиолетовое растение. Ты знал, что белокраски более 900? Я работаю над созданием своего, только никому не говори. Назову его мусорно-коричневый. Мусорно-коричневый. Мы сейчас в период деконструктивизма, это она так говорит. Уверен, что она станет великой художницей. Смотрите, этот вообще наваленный сидит. Обожаю запах свежей краски.
Он напоминает меня, погоди. Не могу чувствовать. Грустный. Я тебе сейчас помогу. Че ты такой грустный? Смоктал что-то невкусное? А, я тебе помогу сейчас смешать новые краски. Мусорно-коричневый. Так. Ты должен выиграть 8 раз вообще без проблем. Готово. Так, хорошо. Уже время подошло к концу, ребята. Что я хотел сказать? Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем видео, а также вступаем в телеграм-канал, чтобы не пропускать выход новых видео, а также стримы. Потому что оповещения YouTube не работают. Всем спасибо, всем пока. Чао.